Привет, я Макинтош. Погоди, я сейчас. PC? Да, они забили меня триальным софтом, этими прогами, которые нифига не фурычат, пока ты не купишь полную версию, зато жрут уйму памяти. Ох, прости за медлительность. Ты знаешь, как это. Вообще-то нет, маки выходят только с нужными приложениями. iTunes, iMovie, iWeb. Ладно, давай начинать, давай. Привет, я Макинтош. Стоп, я забыл кое-что. Привет, я PC. А я Макинтош. Чем ты так расстроен? Тем, что ты гораздо лучше меня, PC. Ну не надо, друг. Ничего не помогает. Ты лучший во всем, PC. Да, но я где-то читал, что ты становишься популярнее. Это правда. Нет, это неправда. Я так и думал. Что тут происходит? Что за... О, так ничего. Эй, я твой фанат. Привет, я Макинтош, а я PC. Что случилось с тобой, PC? Дети, меня им купили. Теперь я должен клепать фильмы и блоги, и слушать музыку. Я плачу в Sleep Mode. Мне жаль. Это ты был создан для десятилетних, а я хочу работать с их чековыми книжками. У десятилетних нет чековых книжек. Ни чековых книжек, ни почтовых ящиков, ни заказчиков. Только дикое воображение. О, вот опять. Пошел слушать Эму.